Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересных силиконовых приманках от компании Dunaev. Моделька называется Worm Air. Данные силиконовые приманочки у нас из форелевой серии. Они у нас плавающие, имеют, скажем так, некую съедобность, покрыты они аттрактантом. Данные силиконовые приманки подойдут отлично для ловли окуня. Имеет длину 60 мм, расцветка в данном случае 150, и поставляются в такой вот баночке в количестве 7 штук. Приманки обильно покрыты аттрактантом маслянистым. Сама приманка выглядит таким вот образом. Имитирует она червя. То есть довольно-таки длинное тело, которое, ну, основа, грубо говоря, тела, половина идет одной, скажем так, толщины, и затем начинает плавное сужение к хвостовой части. Само тело приманки имеет легкую такую ребристость. Приманка очень эластичная. Оснащение для данной приманки отлично подойдет. Офсетный крючок небольшого размера, либо одинарный крючок. В некоторых случаях можно использовать джиголовку, жестко впаянную в нее крючком с вольфрамовым, соответственно, грузиком, то есть миниатюрненькую. Также можно одинарным крючком цеплять, ну, за серединку, соответственно, приманки, как многие используют на поводковых оснастках приманки, вот такие червеобразные подобного типа, и, соответственно, применять их в такой вот ловли. Данные силиконовые приманочки отлично подходят для ловли окуня, повторюсь. По форели также они, конечно же, подойдут, для чего изначально они предназначались. При ловле окуня форели я никогда не ловил, поэтому сказать не могу. При ловле окуня, на мой взгляд, одни из лучших проводок подойдут, это придонные виды проводки. То есть это джиговая проводочка с ее вариациями, либо проводка, так называемое волочение по дну, когда у нас приманка имитирует копошащееся какое-то насекомое, либо, ну, в общем, живность в придонном слое воды. Отличная приманка, стоит, на мой взгляд, довольно-таки недорого, качество очень-очень отличное. Данные силиконовые приманочки можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр, до свидания.